Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Mazda 6 2007 года. Заменим мы лампы фары и на левой, и на правой фаре. Этого света не хватает. Решили взять новый просвет. Сейчас покажу. Взяли вот такие лампы новые. Здесь лампа идет без проводов, провода идут отдельно к лампе. У них получается на 5500 кельвинов плюс 30%, это где-то 700 еще люмин. В общей сложности 3100 люмин получается. Нам должна светить ярко. Как заменить лампу фары на Mazda 6? Если на дальний свет удобно это сделать, лампочка находится рядом, вот она. На ближний свет это сложнее сделать, лампа находится, получается, под проводкой. Но с правой стороны еще можно подобраться, опять же, если рука потоньше, снять ее. А вот с левой стороны это сделать гораздо тяжелее. Потому что вот так вот стоит корпус воздушного фильтра, блок предохранителей. Лампочка вот уже поставил ксенон нового образца стоит, который показывал вам в коробочке. Но сделать это легко через подкрылок. Притом колесо снимать не обязательно. Достаточно снять 4 клипсы и можно подлезть. Сейчас я вам покажу на примере. Ну, давайте вот с этой, с левой стороны здесь тяжелее подлезть. И покажу, как это лучше сделать. Снимаем вот эти 4 клипсы. Раз, два, три. И вот она, четвертая. Где? Вот она, под пальцем. Четвертая клипса. Снимаем. Сейчас. Снимаем нижнюю. Для этого ее поддеваете. Почему поддеваем, а не выкручиваем? Они уже не раз, видать, снимались, забиты грязью, и уже края у них подрезаны. Вначале пробовал делать. Вот видите, она прокручивается. Поэтому мы тоненькой отверточкой берем и поддеваем шляпку. Помогаем второй отверточкой с двух сторон и снимаем. Также снимаем вторую клипсу таким же макаром. Снимаем третью клипсу. И снимаем внутреннюю клипсу. Теперь берете подкрылок, вот так его отодвигаете и вот она, лампа фары. Так, снимем еще одну клипсу верхнюю. Вот снял я еще одну клипсу, и вон лампочку, ее хорошо видно. И все, и отсюда она меняется легко. Но вот здесь у нас ксенон стоит, поэтому блок внизу под фарой я показывать уже не стал, потому что он был установлен, к
ксенон, заменили лампочки, поставили более яркие. Вечером включу, покажу, какой будет цвет у этих ламп. Но освещение, конечно, совсем другое. Так что вот так легко заменить лампы на Mazda 6. Некоторые снимают фары, слышал такое. Но здесь фару снимать не надо. Ну что, всего вам доброго.